Записи. Вроде ж нормально. Здрасте. Здрасте. Блять, урод. Алло, здрасте. Доброй ночи. А вы пожитехник? Нет. А чё так? Блять, ёлки. Здрасте. Надо же, целевые. Подписчики канала Outgaming, вот если вы такие, лучше не надо. Не надо. Здрасте. Пошел. Здрасте. Здравствуйте. Здорово. Как твое настроение? Да, у меня отличное настроение. Сейчас разговаривал с украинцами, услышал много очень интересной информации про Владимира Владимировича. А про мамку про свою, да, тоже, наверное, услышал? О, блядь, и про мам... Не, про мамку, кстати, не было, нихуя себе. Шутки про мамку люди, проебали. Шутку про мамку проебали где-то, наверное. И чё, и как там у них настроение? У них, а, блядь, я сейчас попался на детей, 15 лет. Ого. Вот. Шикарно. Блядь, яростно кричали, путлер, хуйло так. И так далее, и тому подобное. Они хоть знают, кто это, блядь, или они так просто орут? Они просто орут, наверное, то, что орут у них в СМИ. И что говорят их сверстники, что говорят. Так у них там это. У них так принято уже русских-то ненавидеть, я знаю. Ну так он. Это понятно. У тебя родственники есть в Украине? У меня, да. У меня тоже. Нет, уже, по-моему, нет. А, нет, есть еще, есть, да, есть, есть. А где? Есть. У меня в Одессе просто. Не, у меня в Днепропетровской области. А, ну это так. Не, вот самый приятный, когда во Львове. Это вообще здорово там. Там такие, да, настроения. У меня Кент во Львове. Но он чисто случайно туда попал. Так сказать, может это выехать оттуда. Случайный спаун у него произошел. Да, а да, как да. Он туда попал? Ну, у него, во-первых, отец занимается перевозками. Во-вторых, туда получилось так, что. Ну, я сам с Донецка, он тоже с Донецка. Ну, поехал к друзьям, туда, к родственникам. И как раз СВО началось, и все, выехать. А ты сейчас где? Получается. А я в Донецке. А. Ну ты и даже сколько тебе лет, то есть ты прям. 20. Блять, ты весь конфликт помнишь. Мне 16. Ну я помню тоже, как там что-то начиналось. Так, примерно. Ну и да, чё? Ну, это было 12. Вот, ну. Побамбливали, да, вас? Хохлы-то. Да похуяривали жестко. Ну, а теперь им пролетает, они что-то возбухли. Они рассказывают, что Путин начал войну. Нихуя себе, блядь, Путин. Блядь. Нет, ну даже если и он, то он это только часть, как бы, из правительства. Ну, типа, даже если Россия начала войну, ну, блядь. Только он один, это странно очень звучит. Странно, блядь, во-первых, странно звучит, блядь, начал войну. Ну, во-первых, да, во-вторых, значит, все же. Блядь, они просто. Блядь, вот они кричат: Бандера крутой, блядь. Фашизм охуенный. Блять, просто. Я спрашиваю, а кто такой Сталин? Пидорас. А кто такой Петр Первый? Пидорас. А, Екатерина Великая, сука. Блять, а кто, интересно, блять, а кто что-то такие, блять, другие люди, мне просто интересно, блять. Не, Питер, я просто, наверное, мне было. Любимчик у них. Не, мне было интересно посмотреть в городе Днепре, значит, на 9 мая проводили опрос украинцев. Взрослые люди, или мужчинам лет 50, там, мужик, знаешь, по такой, ему спрашивают, как вы там к 9 мая относитесь? Да, это праздник победителей, победа над нацизмом. Украинцы стояли за Украину в те годы. Ничего, что там, блядь, и русские, и казахи, и армяне, и азербайджанцы, и кто там только не стоял за эту Украину вашу, блядь. Ну, они считают, что я там только скажу, украинцы, кстати, были. Кстати, Украина, это та страна единственная, где людям больше всего шли в полицаю. Полицай это. Я знаю. Я историю учил. Да. Ну вот. Полицай это вот как раз таки больше всего, наверное, всего Советского Союза, процентов, наверное, на 80 полицаями были украинцы. Ну так еще бы, к ним первым пришли, они так обрадовались. Ура, нас наконец-то освободят от гнета советской власти поганой. А тут, блядь. Пиздец. А тут, бля, ебать, Советский Союз выиграл, бля. А ладно, ребятки, дорогочки, бля, че там, как жизнь? Давайте развиваться, давайте жить дальше, да, нормально все. Нет, а как же АСС Галичина, они же такие умные ребята. Их было 11 тысяч человек под Бродами, и их разбили, осталось 500. Они герои же, правильно? Так. Здравствуйте. Доброго времени суток, я бы так сказал. Ну, можно и так сказать, да. Вы откуда сами? Из Череповца. Из Череповца, бля, интересно. У вас вроде промышленность, не?
какая-то да. жесткая. Да, спички делаем. Я вот на заводе спичек где работаю. И много платят? Все загружается? Нет, спичками платят. Сколько коробков в день? Платят или нужно упаковать, сколько коробков? Платят. Платят, но там не в день платят, там в год платят. Вот три это. Если бы три платили, я бы не сосал пенисы за подворотник. А зачем проткнул нос, чтобы. Чтобы сосать лучше было. Чтобы да, красиво был. Чтобы красиво, да, чтобы когда сосал, на меня смотрели и думали, ебать красивый. Угу, красава. Сейчас, все, я закончил разговор, подождите, сейчас. А, ну, вроде даже не лагает, ладно, насрать. Продолжаем. Разговор. А где, ребята? Здравствуйте. Здравствуйте. А, разливное, да, вкусное? Ну так, знаешь, как моча, знаешь, вот пиво такое. Люблю, блядь, прям вот тубург нахуй. Тубург, блядь. О, Бельгия. Там беженцы. О-о-о-о. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам сколько лет? Про вам. Люблю у женщин спрашивать просто про возраст, самое приятное. Нет, я не люблю говорить свой возраст. Ну сколько? 16-15? Ну, вы молодо выглядите. Сколько? 16-15. Вы молодо выглядите очень. 17 лет, 18 где-то. Мне? Да. Десятков, если только. Ну, единственная проблема десятков лет. То есть 18-18 десятков. Так иди нахер отсюда, что ты, блин, валяйся, блин. Нравится муж вот этот, знаешь, который там на фоне спичка такая, а она там вечного. Она гора. О, девочки, бля. Здрасте. Привет. Будь вот Дарксайды. А ты готов к ноябрю? Я не собираюсь, мне это неинтересно. Чувак. Бля. Я специально проиграю в первый день, вы чё? Скажи честно, тёлку ебал? Что? Скажи честно, тёлку ебал? Нет. Зачем? Собаку. Нет. Блядь. Бля. Это, кстати, тёлка это корова, я тебе так скажу. Пиздец ли в тренде? Твою мать. Не в тренде, а ты в тренде, что ли, блядь? Сколько тебе да. лет? Тебе сколько лет? Я, конечно... Блядь, ты чё, собаку не ебал? Только твою мать. Не, я просто запомню его лицо счастливое навсегда, когда он говорит про еблю собак. Что-то интересно. Блядь, как слышу вебку поставить. Не видно ничего. О. Ебать, не всё пикс видно. Смотри, ебать, смотри, какой крутой. Смотри, вот так лучше, да, блядь? Так это ебало видно, тут вообще что-то видно. Блядь. Здравствуйте, что такое? Не, милость, я от нее устал. Помоги, пожалуйста. У тебя на футболке AC/DC. Ты могла бы слушать хорошую музыку. Зачем слушать хорошую? Вася надо мной, бедный стариком. Ах, отпусти меня, товарищ старшина. Где пуху? А, подожди, сектор газа, ну, параш. Ладно. А, группа сигареты, кстати. Кто помнит? Группа сигареты. Здравствуйте. Холодный ветер за ждём. Ёбаный. До свидания. Пока. А там кто, мамка, что ли? Или, по-моему, лет 16? Мамка наказала. Здравствуйте. Здорово. А вы рабочий такой, да? На каком заводе вы работаете? Красивая. Да. А, чё за фирма? Чё за фирма? Ага, неплохо. Аквамарин. Аквамарин, да. А чё вы, где работаете-то? Форель выращиваем. О, форель выращиваете, а где? В Калининграде. Опа, в Калининград. У вас там санкциями, говорят, обложили. Как вам попадают эти корабли только, да, к вам попадают? Вроде, типа, летать нельзя. Можно летать. А, можно? Ну, хотя там рыбу не перевозят, ладно. Блядь, а какой смысл вообще перевозить рыбу на самолёт? Здравствуйте. Ух, ёбаный. А вы не в Калининграде? Что? Просто я думал, он поедет в Калининград и типа... Он к нему как раз едет. Он выждет как раз таки. Здрасте. Здорово. Бля, слушай, мужик, ну ты красивый вообще. Хочешь 100 кусков заработать? Что? 100 кусков? 100 кусков, да, 100 кусков. Хочешь заработать? А закладки, да? Давай, не согласен. Ответь на вопрос. Какой вопрос? Давай.
Номер как-то продиктуй. Так, сейчас, где она? А я могу вот здесь тебе написать, в принципе. В чате можно? Нет. Нет, нет, ну, я просто циферки скину. Циферки скину. Не-не-не, родной, продиктую, лучше продиктую. Нет, просто ты прочитай. Ну просто, бля, я не знаю. Типа... Не, ну бля, ты тебя просто, понимаешь, я тебя, ну, запишу твои цифры и номер карты, и задам несколько вопросов. Если ты угадаешь ответ, я тебе скидываю столько. Нет, гуляем дальше. Ну, судя просто по твоей хате, по троишим потолком, потому что у тебя нет одежды, у тебя столько на себя-то нету, не то, что уже... Мне жарко, родной. У меня теплый пол и плюс отопление полностью. Жалко, жарко или что? Хорошо, а ты тут людей что ли скамишь, я не понимаю, как бизнес продвигается? Ну, бизнес охуенный, я просто предлагаю, блядь, три вопроса, на которых отвечать, я скидываю столько. Я вижу, за последний родной 3 месяца ответила, блядь, ну, буквально 10 человек. Я им скинул столько, похую мороз. Я не знаю, подожди, он адекватный или вообще нет, типа? Я мало того, что он бухой, у него ободранные стены на фоне, они рваные. Ну, стакан есть для каждого. У него провисший стакан. Стакан просто, дохуя стакан. Он каждому готов просто дать, каждому бомжу. Нет, при том, что он сидит без одежды, у него провисший потолок и рваные обои. И он еще бухой. Здрасте. Привет. А вам сколько лет в отроду? 15. Я да. Давай. А двоим, да, 15? Значит, вам 30, да. Понял. А этот, а мне вот 16. Вы откуда будете-то? А ваши матери шлюхи не случайно? Мы с Москвы. Ну, похоже, вы просто видео сегодня выступили. Да, дагестанский. Дагестанский? Ну, что-то на гестанок вы не похожи. У меня просто тут друг что-то в Дискорде пиздит, ну, поэтому я на вас не могу сосредоточиться. Ну, хоть расскажите что-нибудь себе-то. Блять. Ну, расскажите что-нибудь себе. Ты чё, как на люди? Сука. А у них что, интернет пропал? Ой, блядь, типа все? Как там? А вот эта хуйня, знаешь, это прикол. Да. Только я не хочу. Здрасте. Да иди нахуй. Вы похожи на Пахома. Давайте нахуй. Я его встретил впервые в жизни. Последний раз. Пахом. Здрасте. А можно Балтику троечку? Вот, Балтику троечку хочу. Блять. Средись его пива, Чокопай стоит. Чокопай у меня, знаешь, где? Хочешь, покажу? Ладно. Давай. После записи. Покажи мне свой Чокопай. Здорово. Шоколадная упушка. О, вы Чокопай едите? Да. Вкусный пиздец. Как у вас дела? Да вообще шикарно. Вы суши, да, хаваете? Да. Ты с России, с Украины? С России. А вы? Тоже. А что, украинцы попадаются? Веселые ребята, наверное. Очень веселые. Они на нас нападают? Не-не-не-не, они нам... поднимает настроение, брат. Они орут, а вы сидите слушаете чисто. Не, они говорят, слово Украине мы говорим соболезненным. Это моя любимая фраза, кстати. Можно троллить и кого угодно. Соболезную. Вот. А ты чё там? Блогер? Какой блогер? Чё? Нет. А вы тут блогеров встречали вообще? Блядь, комары летают. Бог миловал тебя от этого блядства? Конечно. Ладно, нормальный. Нет, там есть на Ютубе канал. Блогеров мы не встречаем. Ну как вы относитесь к тем, кто ведет свои там YouTube каналы, вот чат-рулетку? Как вы заглотывают YouTube? Да, сами тоже ведут. Вот наработанный уже. Их делал. Ну, ротик рабочий, видел, как заглотывают суши? А вы что, суши едите? Да, я троллы. Бля, я вообще в них не разбираюсь. Хотите приколы? Никогда в жизни не ел, бля, за 16 лет. Пиздец, я дебил. Правда? Да, ни одного раза в жизни. Правда. Я потерял очень много, да, я так понимаю? Не-не-не, не в форме полной. А ты где живешь? В плане города? Ну, конечно. Ну, Тверь. Рядом с Москвой. Относительно. О, мы тоже рядом. Мы тоже в Москве. Я тут, кстати, отдыхал недавно, у вас знаешь где? Редисон. Редисон отель. А где он? Я же не все, а ты все отели-то не знаю. Не-не-не, сейчас скажу. Бля, где же это было? В Брашево. Буражево? Завидово, короче, брат. А, Завидово. Ну это недалеко, да, я так естественно знаю. Вот. Кстати, неплохо, но мне единственное, что не понравилось, короче, в Завидово, в Редисоне, потому что там, знаешь, какая тема? Ты типа приезжаешь, короче, туда, там все вроде топ, но, допустим, я иду на баскетбольную площадку, мне типа говорят такие, ну типа 5 рублей заплати, вот мы тебе тут баскетбольный мячик дадим.
И а почему они так говорят? А потому что, говорят, куча местных стыри, короче, приезжает в Завидово, и они типа хотят пользоваться всеми этими типа льготами. Мы постараемся, да, исправить, постараемся исправить в следующий раз. А из-за этого, короче, понял, типа сервис страдает. Ну, я знаю, очень здорово. Блять, я их слушать буду, если еще хотя бы полчаса я умру, наверное. Опа. Вот, кстати, в копейках так обычно у нас у шараньки, когда стоят, вот то же самое. Очень здорово. Я сучка, блять! Здравствуйте. Запомнил. А ты сучка, блять. Покажи средний палец, сеструха. Я сучка, могу только между ног показать. Какое сегодня число? 29 октября. Да. Я открыл окно на 3 минуты. Открыл окно на 3 минуты, у меня здесь два комара, блядь. Откуда, сука, они взялись? Вот 30 октября. Тем более. Опа. Здравствуйте. Блядь. Безеленский. Оф. Там чел уже явно стоит, все на батаре, блядь. Там все уже готово. Здрасте. Ну вы красивые, здорово, кстати. Да. Да? Тут тоже. Тут тоже ничего. А вы по мужчинам, да, ориентируетесь? А ты по ком? Да не по ком, я так просто, ну, зашел. Я по ком. Бля. Я не по ком, я по ком. А вы что, там голый, что ли, сидите? А тебе че, показать свои достоинства? Да, что? Покажи. А че, жалко, что ли, не понял? Не надо, не надо. Да вы, кстати, могут вот за это забанить. Здравствуйте. Здравствуйте. О, вы из НАСА? А? Вы из НАСА? Да. НАСА. Руководите, как там, отправкой, блядь, спутников. Это насвай, насвай. Там букв не хватает. Попу дарис. Чего? Что? Попу дарис? В попу дали? Ой. Здрасте. Здрасте. Чё за машина? Ford Fusion. Ford Fusion, ну, хорошая тачка. А знаешь кому? Знаешь кому? Вся машина. Я только Каху знаю. Бля, там просто фу, машина армянная. Каких-то, не знаю, загоняют. А что за тачка? Я не знаю, что за тачка, я не знаю, сейчас загугли. Ford Fusion, так это она очень популярна, она как Ford Focus. Ну там она нулевых годов, по-моему, такая. Мне кажется, это старая модель какая-нибудь. Ты запускай, давай, я смотрю, ты запускай. Угу. Здрасте. 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 А вы специально такой наряд выбрали? Выбрали. Нет. А чё даже? А чё даже? Просто. Это полотенце у меня, да? Полотенце, полотенце, да? Ну, сиськи покажи. Нет, я не понял, блин, чё вот у него эхо? Бесит меня эхо. Наушников нету, блядь. Блядь. Здрасте. Так это икона была сначала. Ух ты. Здрасте. Икона мать. Да. Вы а откуда, да, все? Да. Откуда? Украинки. С Украинки, Украинки, да? Да. С Украинки. Из какого же вы города, Украинки? С Украинки. Луганск. Ну, он же как Россия. Луганск и Донецк, это как бы Донецкая, ну, Луганская республика. Здрасте. Привет, приветик. Чего вы глаза твои пучиваете? Че? На чуть дольше. Здрасте. А вот вообще, вот как вам жить в России? Мы? Охуенно. Погоди. Нет, я тебе скажу пару претензий. Во-первых, мне не нравится единственное, что... Почему Путин стареет? Это не, это нужно отменить прежде всего. Да, прежде я согласен. Потому что этот президент на своем кажется, месте нужно отменить бухать в 20 лет. А почему ты живая вообще? Я, подожди, а я вот шел мимо помойки сегодня, там вот похожая лежала телка, не она была?
Блядь. Такие вопросы задает. Здравствуйте. Да здорово, заебал. Где? А, чё? А кто вообще из вас пассив? Кто из вас пассив? Мне кажется, это в красном пассив. Он, скорее всего, подставляет. Нахуя. Опять педерасты, бля. Все, тебе педерасты. Вот я так же подумал, когда я вас увидел. Это пропаганда вообще-то, ты знаешь? Я нет, знаю. Блядь, комары всё летают, заебали. Ты подследствие. У тебя большие проблемы, парень. Угу. У вас тоже, я смотрю, с волосатой грудью особенно. Ты видел, я его вырезал вот такой. Да, да. Специально для этого. Да, бля. Ой, бля. Синий посмотрит. Я хотел пожаловаться. Здравствуйте. Доброе утро. Ты стример? Да какой стример? Почему сразу стример? Я чё, микрофон здесь торчит? У меня сзади подсветка есть. Да там, блядь, ты знаешь, тут сидят с вот такими вот микрофонами. Ты, блядь? Огромными своими что? Этими, блядь, стульями. У меня микрофон есть, но он очень огромный, но он как бы, в него и говорить нельзя. А вы откуда сами? Мы из Дагестана. Подожди, откуда? Дагестан. О, Дагестан. Вы тюрки. Ну, я с России. Хотя Дагестан это тоже Россия. Ой, я забыл батарею горячую. Да. Ну. Ай. Я что-то засомневалась после твоих слов. Почему? Я себе ногу. Просто вот, например, ну, ты видно, что, допустим, такой вот, ну, как. Ну ты дагестанка по национальности? Ну, обе дагестанки по национальности. Не, ну красный больше на русского похоже. Девушки. Ну и это все говорят. Ну, кстати, у вас вообще много таких вот именно русских или не очень много? Да. Достаточно, у нас в Кизляре живет очень много русских людей, русской. Где? В Кляре? Внешности. Костя, не понимаешь, что ты мне мешаешь с телками общаться, ты понимаешь? Это единственный шанс в жизни, а ты тут, блядь, лезешь. А что, у меня очень важный вопрос, я ногу, а батарею ошпарил себе. Артур, стопил ты. Ты зачем ты костер там разжег? Мангал не время сейчас ставить. Ладно. Здрасте. Здрасте. Вы с Украины? Вы с Украины? Да, с Украины. Молодцы. Ты видно. Вы референдум подписали? Что? Референдум подписали. Зачем? Ну, а почему нет? А почему да? Ну, чтобы все хорошо было. Так у нас и так все хорошо. А если бы вас... Блять, ну кто сомневался. Здрасте. Опа, опа, ча. Добрый вечер. Доброго вечера, мы из Украины. Ты из какого места? Вот тебя очень плохо слышно только. Ты из какого места? С какого места? Места? С Донецка. Да. Ну, слава Украине, Донецк. Слава России, Донецку. Слава России, шлюха, блять, хохловская. Люблю её! Она такая, знаешь, заулыбалась. Ура! Слово попался. Нет. Просто опустилась. Я просто беда слетела. Там просто она сейчас баху сидит. Ебанись. Мы нахуй послали. Коллапс мозга. Всё, у меня беда полетела. У меня мозгу. Здрасте. Блядь. А что там бы красное? Блядь. Чё, вот это вот эту красный? Штуку трогать нельзя, потому что здесь есть отверстие. А, кстати, помнишь, эти калькуляторы их подарили в школе, по-моему? Или нет? А, да. Да. Ладно, работа. У меня здесь номер Рома Музакова, кстати, написан. Здесь. Ручкой, только он шерся уже почти. Обзор, кстати. Интересно? Это мой смартфон. Да. Ого. Украина? Да-да, референдумы новые подписываем. Стойка, я дупла. Пять раз. Нет, я не хочу, подожди. Где хохлы? Блять. Сейчас, поговорим. Доброго вечера. Ой, блин, я смогу знал, у него хуй в мою сторону, да, руки. Вечер, как тут говорится? Хуй держит свой смартфон. А вы откуда? Да ну, с мира что? Этого, вы откуда? С мира? С Донецка. Илья Мир? Бомба прилетела, блять. Есть пробитие. Ваше? У нас сегодня Хэллоуин. Друга? А что? Передавайте витание вашему другу. Yes, ABHS.
Всего ему на карте. Что ты тут ржешь? Вот. Знаешь, почему они празднуют Хэллоуин? Потому что они европейцы. Потому что Хэллоуин — это католический праздник, европейский. Ну вот, вот это, блядь. Она и так-то выглядит. Она выглядит как ведьма, она еще и нарисовала всех. Это хуйню здесь. Чудище волосатое? Ну зачем ты так про меня говорил? Здрасте. Я забыл, доброго вечера. Блять, что такое? Ракеты только и летают, видимо. Беренко, Пурш пришел. Здрасте. Здрасте. Ты на девочку похож, на мою бывшую. Ты о чем хочешь поговорить? Про Украину. Мы же с Украины. А, да, да. Ну вы вообще сами откуда? Украина, город Винница, а вы? Россия, город Донецк. Россия, город Донецк. Какой Донецк? В России или то, что Донецк? Ну там... Гениально. Ну там еще Запорожье есть и Херсон. Запорожье в Украине, что ты мелешь? Да и ладно, ладно. Ты хоть знаешь, что Запорожье вы не захватили, ты знаешь? Да я знаю. Почему? Как ты думаешь, почему? Потому что у оккупантов кончились патроны. Правильно? Почему? У папы кончились патроны. Не знаю, нет, идет жестокие бои до сегодняшнего дня, каждый день, не переставая. А ты что сидишь? Иди воюй, блядь, чурку ебаный. У меня вот сегодня в гостях мобилизованный чел был, кстати. Скоро Украину поедет. Из Украины или из России? Из России, ты че? Братан. Да из Украины тоже есть мобилизованные. Я знаю. Православные друг друга убивают, что ты хочешь. Кто такой Люцифер? Сатана, демон. Хуй, не помню, кто такой Люцифер. Демон какой-то, да? Это при чем здесь вообще? Просто демон, интересно, как ты думаешь, кто смотрит, наблюдает за этой войной? Бог или дьявол? За этой войной наблюдают оба. Путин. И особенно Бог в ахуе из того, что первые говорят, что с нами Бог. И то, что вторые говорят, с нами Бог. Хотя он не с ними и не с ними. А ты не думал, может, он выбирает, за кого быть? А может, знаешь, вот когда у вермахта было на ремнях написано «God with us», Бог с нами. Я что-то не Я думаю, тоже. Что Бог был с ними. Мне кажется, знаешь, Бог сидит и ждет, чтоб кто победит, на той стороне он и станет. Когда ты настрелишь. Он что такой, типа этот, как в футболе Глорих, типа, болеет за победителей. Он такой болеет, а потом такой думает, слушай, я выберу сторону сильного. И все. Ну, каким, я сегодня, каким я буду завтра? Желто-синим или бело-сине-красным? Да, думает Бог. Ну. Ты знаешь, что это слово, кстати, в твоем языке? Ну ты у тебя русский родной, да? Ну нет, казахский. В твоем языке, в этом слове, единственное слово, когда буква Г читается как Г. То есть, когда я слушаю аудиокниги и там есть слово Бог, то он так и говорится. Бог. Прикинь, по-русски. Ты знал? Охуеть, мы же не знаем. Ну вообще для меня новость, потому что ну как бы нас учили, что в русском нет буквы Г, а есть буква Г. Звук Г. Некоторые специально говорят Бог. Ну это правда дебилы. Не, нет, специально, но правильно, по правилам Бог. Мне еще прикалывают люди, которые говорят что. Это вообще, блядь, отдельная личность. Что там, блядь, у них. А, да, есть такое. У нас тоже в Украине кажут, что так мягко, ну так твердо, что. А я так не умею, что вот так. А я умею, что. Ну, как-то так. Ну, вот с Хаймерса стреляли? Я нет, к сожалению. А хотелось бы, да? Конечно, я бы очень с радостью, если бы я еще знал, что там что-то накрыли, блин, такой, или с Байрактар. Я бы лучше Байрактар вел. Типа Байрактар, какой-то да? Беспилотник там управлял, так вот так, как на Sony PlayStation. Так, с Джавелина не хочешь немножко? Нет, с Джавелина это страшно. Это возле танка стоишь и стреляешь на там мало метров до танка. Это а очень... с Града, если, допустим, парень... Нет, с Града, нет, это не точное оружие. Не точное оружие вообще не хотел бы. Это оружие... Точка У. Оно какое-то тоже сильно огромное. Это 90, такое, не хочешь? А Т-34 хочешь поездить? На нахуй? На памятнике разве что. Зайти в памятник, сесть туда, скрутиться в калачиком, блядь, завалиться и там посидеть. Нет, подожди, а вам же Германия уже поставляет Пантеры или ее еще нет пока? Я не знаю. Панцеркомфаген 5, Пантера. 44-й год. Не хотите? Там гаубицы какие-то, как они называются? Панцирь — это гаубицы. Там 30... Какой год? 6-й изготовление примерно, да? 37-й. Сейчас в Севастополе взрывы. Сейчас в Севастополе взрыв. Так что Крым — это Украина, потому что война в Украине, значит, Севастополь — это Украина.
странно. Это пиздано. На этом мы заканчиваем видос по чату рулетки. Потому что... Смотрите все? Нет, я имею в виду заканчиваю видос. А. Чат рулетки. Так что... С вами был кто? Моник. Моник, он там, вот он сидит. Да. Вот здесь вот. А где-то был я. Гейминг сегодня затроил украинцев. Да. Хотя сам я... Всем пока. Я за мир, за мир. Вот, на всей земле. Илья Мир. Вот, да? Вот. Я за мир, ребят, все. Поэтому, да, всем пока. Я кстати, тоже. Потом, когда... Я ну, потом. Когда война кончится, соответственно, да, Украина там победит, все понятно. Да. Меня, естественно, будут судить как военного преступника, как поддерживаться режима. Я буду репрессирован в Сибирь, где меня изобьют до смерти на рудниках. Но вот на Ютубе, возможно, будет лежать это видео, так что все за мир. Вот, за мир и все такое, да. Это лично я бомбил украинские города. Всем пока. Да.